Воспитанники клуба «Дорога в жизнь» выступили с концертом в Подольском реабилитационном центре «Ясенки», где после ранений восстанавливаются участники СВО. В зале присутствовали и другие отдыхающие центры. Зрители тепло принимали особенных артистов и подпевали им. Репертуар состоял из патриотических песен и известных танцевальных хитов. По окончании концерта участников клуба «Дорога в жизнь» отблагодарили подарками, а руководство центра «Ясенки» пригласило артистов к дальнейшему сотрудничеству.